Земля – это бесценное народное богатство. Мы обязаны беречь ее, повышать продуктивность, добиваться все большей отдачи с каждого гектара. Несколько лет ведутся мелиоративные работы по осушению заболоченных и переувлажненных почв, созданию и восстановлению культурных лугов и пастбищ в совхозе Калининской Калининской области. Здесь осушено уже около 1500 гектаров и предстоит осушить еще 500, чтобы земля не пропадала без дела, а постоянно давала хорошие урожаи зерновых, овощных, технических культур и кормов для животноводства.